Экстренное включение. Передай любимый привет. Да, да, привет! Я лысый. Держу, я там. Короче, ребята, сегодня вторник. Ну, как вы понимаете. Мои руки должны были освободить, они ровно знают. Труба уже сделана. Ты делаешь руками. Не, ну не руками, но тоже получается. Бери. Так, вот это смотрится все. А колобок нахера тогда сюда палку принес, блядь? Бля, переложим. Чини палка, блядь. Кинул палку, кинул дверь, закружилась в голове. Все, прибивай. Где гвоздь? Все, я ухожу. Ты сливаешься, да? Да. Есть вот. Будешь? Вот так вот и работаем. Как-то так. Тут просили меня кто-то в комментариях по поводу инструмента, который лежал возле герметика. Сейчас как раз мы и покажем, для чего он нужен. Топор возьми. Вот. Я всю сумку несу. Собираю. Так, ну пока они там. Ругаются. Делают штаб решетка. Володя, плотник. А где метровый? А? Дятлов я не плотник. Дятлов? Володя Косипор, да. Володя Косипор, говорят. Сегодня доделаешь? Володя, как я помогу, я тебя лестницу уберу оттуда. Я хлеб, воду буду кидать. Когда сделаешь, да, лестницу обратно поставим. Все бритые. Мытые, стиранные. Это они, наверное, специально, видите. Вы же, наверное... Мы собирались трубу снимать обход, а вы ее уже... Готовы, да. Шишки есть, Алексей. На той стороне анонсируй, вот напротив вот той трубы. Вот, скажи, давай. Не. Анонсировать, да? С той стороны вытащишь такая труба, зеркальная вот этой. Вот, говорит, он там, потом снимем. Только лучше, говорит, будет Володя, да? Ракетный шаг. Пойдемте посмотрим, что там Алексей делает. Здесь как раз интересный узел. Да. Стремя неизвестно. Сегодня ролик и запилю. Вторник. Вот. Пришел во вторник. Труба обшита. А кто же это сделал? А кто это сделал? Да если узбеки, наверное, ночью тут что-то делают, собаку. Чего, Сергей, пойдем поедем? Минус вторник. А 307, там 265. Расчерка 250 минус вторник, точно так же. Удивительно. Ролик у тебя. Володенька, хороший, ля-ля, иди подержи. Вот про этот инструмент спрашивали. Алексей, что за инструмент? Да хрен его знает. Самодельный? Как его назвать? Володь, как инструмент называется? Какой? Вот этот вот. Пара рук за 500 рублей. А? Пара рук за 500 рублей. Пара рук за 500 рублей.
придерживайся. У тебя Володя, трубу держит, стоит, да? За поручни, люби. Труба закаточная, машинка пошла. Алексей, а чё руки тут трусятся после яичницы? Да я за твои переживаю, сейчас соскочили, резанёт на. Поднимаем? Давай, поднимай. Оп, хорошо. Да и не надо, все. Вот она. Отстань, Володь. Дурик, зачем усы? Напильником дотачивать еще. Так, а гель, гель, вазелин. Мягкий шлейф. А, ты хочешь сразу ее пристроить, а потом снять? Ну, хочет встать так, чтобы потом не уйти. Алексей, помогать тебе? Да, не надо, сам сломаю. Никому она нужна. Если что там говорить, подсказать, что хорошо, там. Хорошо. Мы там сейчас все Сергеича позовем, быстро подскажи. Все, минута славы закончилась. Уходи. Ты забираешь всю славу, Володя. Сука, брился из-за этого, блядь. Чтобы это в телевизор попасть. Да, чтобы жена не ругалась, чтобы не брить. Пися, пися. Как заказывали. Что, зажимчики нужны? Нет. Нет, не нужны? А зачем зажимчики, если нам снимать еще раз? Ну, мало ты хочешь сразу сформировать. Тут надо конверты. Все с Романом сделать мысик, потом мы дотернем. Нет, не надо. Планку сделали? Выкинули. Планку. Вторую. Не морвая больше, вторую. Планка, руками прочь. Вот я тебе про что и говорил. А, красота. Что нужно снимать? Садите. Симпатично. Здесь потом еще загнется. Все. Погрев? Да. Так, послабление. То есть у нас примерно, если смотреть, вот здесь будет укладываться фальц и подниматься, наверное, конек. Поэтому вот здесь вот будет брусок, и чтобы здесь напряжение меньше было металла, потом здесь, чтобы здесь не поволнилось возле конька, вот часть подрезается вот так вот. И также у большого фальца. Время будет, я сниму конек. Опять же обещать, видите. Хорошо, что здесь не обещал, что вот прям точно сниму. Потому что договорился, что здесь во вторник будет обшиваться, да, Алексей? Да, во вторник. А сегодня какой день недели? Вторник. Вторник. Ну, я обещал, я сделал. Вторник, труба закрыта. Помогатора нам спугнули. Помогатора? Да. Помочь? Середину. Да. Сейчас, сейчас. Сейчас все сделаем. Ну, в сторону засечек отойдем. Да, вправо уходим? Да, 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 да. Ништяк. Что бы без меня делали?
Так, фальсгель. Посмотри, что там Володя плотник делает. Володя, у меня подписчики спрашивали, говорит, ваши, говорит, плотники или нет? Я говорю, не наши. Вы чьи плотники? Вы чьих будете. Чьих будете, да. А если телефон спросит твой, не давать? Что, работы много? Да? Плотники в наше время тоже дефицит, как и фальцовщики, специалисты. Плотниками стали по необходимости. А до этого кем были? А так, я по коммуникации тянул. А, понятно. Кстати, вон он, продух. Продух сотка получается, или там больше, мне кажется, 112, ведь, наверное, да? Что? Продух. 110. 110? Нормально. Эх, тем временем Алексей по-кубански. Не размазывая. Не размазывая. Накладывая. Не знаю, видно, не видно. Сейчас мы крупным планом снимем. Давай, постарайся так, чтобы она прям идеально ложилась. Ну, конечно же, на ускоренную съемку поставим. Все будут говорить, как Масяня. Кто говорит Масяня, кто говорит Миньоны, кто говорит Чип и Дейл. Можно сказать, подписчики присутствуют во время монтажа. Одним кадром все. Кстати, хочу сказать, кто в Питере, нужно 2-3 человека на работу, на линейное открытие. Ничего сложного нету. Вот. Общий погонаж примерно 350 погонных метров. Если что, звоните, пишите WhatsApp. Здесь работа. Идем в крабика играть. Опять, да? Что бы, не приехал бы я сегодня, что бы вы делали? Смотрите, речь бы помогла. Голодка. Что там, Лёв? 3 сантима наверх. Что, пару? Дома. Ну и вот, чтобы еще раз объяснить. У нас здесь получается 2 малых замка. Вот. И потом уже финишная такая с 2 замками. Вот, раз замок. И 2-й замок тоже. И накрываем уже часть. Для чего мы так делаем? Можно, по сути, было эта картина тоже подойти сюда. И потом этот фальс, как бы, ну, загибаешь малый сюда и делаешь обход. Но хождение часто возле трубы еще тоже не очень хорошо. Вот поэтому обходим трубу. И промежутки между ними, получается, заполняются картинами. Все рассчитывается, чтобы все хватило. И уже делается. Там вопросы задавали по поводу раскладки картин. Да, естественно. Естественно, все раскидываем по картинам. По скату, как приходит к трубе, вот сколько расстояния между трубами и дальше. То есть сначала
все рассчитывается, как картина подойдет, какие картины по ширине нам нужны между трубами, чтобы симметрия была. Вот. И начинается, допустим, начали оттуда, одну картину не дошли, вот на эту, здесь закончили, сделали обход трубы полностью, вот. Здесь поставили финишную картину с двумя замками, дальше опять пошли отсюда, раз, два, три, четыре, опять здесь закончили, опять вот видите, сделали обход картин, вот, а тут три картины положили сюда, вот, и сейчас сюда финишная поставится, и уже будет готов, и потом уже поедет на фронтон. Там еще вот леса поставят сейчас вот так вот, сейчас не сейчас, может завтра, вот. Потом здесь силовая планка будет ставится вот так вот туда, вот здесь узел соединяться будет, попросили тоже этот узел снять, как будет, ну посмотрим, получится не получится, потому что дел на самом деле очень много еще до конца недели, вот еще связано с тем объектом, который второй надо делать линейное. Сейчас все сядет. О, что, Алексей? Что так? Будешь доматывать до конца сначала или сразу здесь сделаешь? Ну, до конца домотаю, щипчики освободятся. Ага. Пальцами не буду позалипать, извините. Да ладно, с твоими трущищами. Да, блядь, ломать только железку. А, понятно. Дельта Фокс. Дельта Фокс. Да? Лайфхак еще такой. Некоторые вот не знают это место. То есть некоторые вот когда этот узел делают, они вот эту линию продолжают прямо. Да? Вот так вот. Поэтому, когда они деталь сюда ложат, получается, что этот угол висит. Ну, то есть, естественно, здесь уперлась, и здесь уперлась, да? Здесь, получается, она висит деталь. Поэтому надо от этой точки, да, то есть вот этот, здесь как бы получается почти бисектриса. Вот. И от этой точки линию гиба надо вот сюда уводить. Тогда у вас деталь здесь сядет. Такой лайфхак. Что это такое? А, это фальсгель. Везде напихали, наклали, что выдавливает. Ну, это хорошо. Вот. Ну, опять же, здесь получается зеркальная этому скату. Будет труба вот здесь стоять. Вот. И такой же техникой, естественно, обшиваться будет. Надеюсь, получится снять. Вот. Можно было... Они сами себе, короче, геморрой придумали лишний. То, что одним пальцем сюда дальше пошло. Вот, можно было здесь прервать, в этом месте, поднять на косую, вот так вот фальц сделать, еще один отводящий фальц сделать, и на него уже эти картины на двойной фальц сформировать. Ну, как вариант. Вариантов, на самом деле, ну, куча. Вот. По сути, как бы, на такой ширине трубы разуклонку не обязательно делать, она делается, ну, где-то больше 60 сантиметров, когда, ну, 60-70, вообще по нормам больше метра считается, что надо делать разуклонку. Но мы делаем там, если уже труба 70 сантиметров, мы уже делаем разуклонку, хотя бы в одну сторону. Но здесь, Алексей, твоя была идея вот так вот сделать? Да. Да? Могу объяснить, с чем это связано. Давай, объясняй. Тем, что точка перелива выходит как раз на этот. Перелива чего? При заполнении водой один уровень соединяется, ага. И оно выходит сюда. Угу. То есть либо здесь начинать приливать, либо здесь при наполнении. А если бы здесь можно было прервать, я сейчас вот это разобъяснял. Прервать, заложить, поставить на кривую вот так вот, да? Фальц. И эту картину завалить и на двойной стоячий здесь поставить. Двойной? Да. Можно было. Можно было. Но так проще или так бы было проще? Одинаково? Ну, что с тем ворочаться. Ну, зато так есть преимущество, здесь нет еще одного шва, правильно? Дополнительных дыр. Дыр? А дыры где? Как такое? Вообще, в любом случае, это... Дырка? Не целый, металл так как бы. Ага. Соединение, это считай. Ну ты тоже обозвал. Дыр. Дыра. Дыра. Чем меньше соединений, тем лучше, конечно. Именно возле этого. Место ответственное. Это ты сам придумал, да? В какой книжке прочитал про это? Да хрен. Значит, сам придумал. Все, снимаю. Кадром.
Вот. Ну, правда, будет, наверное, скорее всего, с перемоткой. Там 1.25 или 1.5. Вот. Потому что, ну, скучно же смотреть, да, вот так вот, при нормальной скорости. Так это все будет. Роман старается. Роман, ты на камеру так стараешься или этот? Всегда так? Все время. Все время так делаешь, да? Кстати, можно заметить, что здесь есть тоже деформационный шов. То есть не сразу за капельник цепляется, 10 сантиметров. Делается для движения, когда здесь будет, получается, холодно, металл будет подтягивать, то есть сюда. То есть в прошлом ролике я говорил, что при нагревании, наоборот, скат идет сюда. Вот, а то при холоде, при морозе металл будет сжиматься и идти, получается, ну, вверх, да? Поэтому этот зазор, сантиметр внизу, он нужен, чтобы именно была возможность картины уйти наверх. Вот, все просто. А если этого зазора не сделать, картина в любом случае пойдет вверх, то нижний этот подгиб, который загибается за капельник, он начнет его разгибать. И все. Вот здесь бы, наверное, фальсимер был в тему, да? На шуруповерт поставил и погнал. Ну, догоняй его по крыше, шуруповерт. Не, а что, рамка лучше, что ли? Не знаю. Привык уже? Да. Ты сам как фальсимер. Когда он там уже дойдет, вся коробка развалилась с клеймерами. Бардак. Бардак. Вот стоит не приехать один день. Все. Там плов готовят. Они на всех готовят, Володь, плов. Не знаю, меня позовут или нет даже. Да? Про вас вообще речи не идет, да? Понятно. Как это, бля, время покажет? А что, ты уже запах ищешь? Да не, я дом поем. Дом не дом, но они переход скат на скат. Я еще там с той стороны сниму потом тоже. Ну, чтобы сразу было две картины. Малый, получается, и большой фальц. Ну, от заготовки до проката стартовой картины, чтобы объяснить, что, как она прокатывается бендером. Вот потом финишный может получится снять тоже, как прокатывается. Видите, и здесь хочется снять узел. И там сейчас снизу финишная картина катается сюда. Надо ребятам купить камеру, да? Чтобы вот этот... На лопу я одели. Давай лучше пропьем. Пропьем? Вы же не пьете. Я так расскажу. Если посмотреть, вот язычок бывает отгибает, его надо поправлять. Постоянно разгибается, потому что там мелкий противный конвертик. Да, мелкий противный. Вот. Как ролик назовем? Вести с полей? Или парни побрились? Причем не только борду, но и сверху. Машинка вся, да? Левое под лезвие. Какое лезвие, Сань? Ты че? Лезвие. Ага. Вон, сзади лежит. Надо попугайчиками поправить. Заправить туда, который отгибается фантик. Если это не контролировать, она вылезет наружу. Этот момент. Ах.
Все, разбирай. Та же операция с другой стороны. Уже ролик на полчаса. Но я его ускорю в любом случае. Как, кстати, в комментариях писали: Алексей, не спеши. Дай Саньке все снять. Хорошо. Возьми с полки пирожок. Где эта полка? Где эта полка? Там вагончики. Ну вот так вот. На сегодня. Больше показывать нечего. Что, там Сергей что-то делает? А, Серега? Сергей? Сергей. Так они финишную катают, картина. Вы уже, наверное, прокатали. А вот я вода точно там делаю. Какую водосточку? Ну, вот где? С той стороны? Жалко. Сейчас посмотрим. А, точно. Полочка у нас здесь. Водосточка. Костыли. Ну тут уже ничего интересного нет, все равно. Это уже показывали. Сегодня не будет. Я и говорю вам, что на сегодня показывать больше нечего. Красота. На каком ракурсе закончить? Мешок лежит не в тему. Закончим на Володьке, плотники. Ролик. Ты же, наверное, Саш, не в курсе, товарищи, да? Что? Вы не рассказывали, что я не плотник, а кто я? Ну, ты же сказал, что там что-то внутри коммуникации делаешь. Я молодой кутюрье, у ребят просили. Молодой кутюрье? Поняли? Кутюрье работает на крыше. Ну-ка, ну-ка. Молодому кутюрье Дятлову В. От Dior. Кто? Худов? Худовец. Худовец В. И Владимира Юдашкина? Это ты чего, где их купил? На китайском рынке в 16 лет. Серьезно? Я по профессии же портной. Да? А как тебя занесло? На кровлю. Куда меня только не заносило. Понятно. Кто ж тогда вещи съел? Алексей, а ты по профессии? Ну я недоученный, налоговый полицейский. Кто только не работает, видите? Налоговый полицейский. Кутюрье у нас. Он. С именными ножницами подарочными. А, вот. Каменщик. Каменщик кто? Роман. Роман Каменщик. Володя Стропольщик. Володя Стропольщик. Не один, всего лишь по профессии работает. Кто? Андрей Сергеевич. А он кто? Вентиляционщик. А как он по профессии? Ну, жестянщик? Ну, жестянщик, вентиляционщик. А я вообще не образованный. Я чистый кровельщик. Образование.
не запятнанная репутация. Репутация вообще не запятнанная. Ну все? Да, Алексей? Да? Жену привет передадите. До новых встреч. Да. Все, всем пока. Вот. Спустился еще показать, как вторая финишка катается. Сергей говорит, не снимай меня. Кадр засветится. Кадр засветится. Не, ну в прошлый раз ты снимал, не получилось. Ты был, да? Я думаю, да, я делал. Это ты все? Я так сниму, чтобы понятие было в финишке. Готовится бендером. Вот, получается. Вот замок. И здесь такой же замок будет. Надо будет снять работу с бендером. Сергеич, мы как-нибудь запишем работу с бендером, нет как? Убавь, убавь. О. Я говорю, запишем как-нибудь, как работать бендером, нет? Объяснишь, пацана? А что, где работаешь? Видите какой, видите какой. Надо твоей жене пожаловаться, хоть, смотрите, чтобы воспитывал тебя. Бесполезно. Главное, чтобы стол был ровный. Это первое. Это, да, ровный стол. И чтобы не было гуляния такого по столу, должен быть идеальный ровный угол. Ну ладно, мы потом покажем, да? Сергеич, покажем потом? Как-нибудь. Короче. Как с трубой, да? Ну, с этой стороны можно будет снять. И трубу, и прокат картин. За 5 раз примерно проходишь, длина 10 метров. Сколько раз я уже сбегал туда-сюда? Так ты скоро... Короче, на одной картине полкилометра пробегаю. Скоро животик уберется в пивной, нет? Ай-яй-яй. О, второй пошел. Я даже не знаю, как ролик назвать. Подскажи. Трубы нету, то есть обход трубы нету, но зато есть узел перехода ската на скат. Плюс вот еще прокат картин есть. Назови чуть, не очередное. А, опять, да? Или не получилось, назови. Ну, не судьба. Не судьба. Или надо было приехать вчера. Вчера я не мог, вчера я Володя с аэропорта встречал. Как можно назвать? Вчера не смог, встречал Володю с аэропорта. Ну, здесь закатаешь до конца. О, начали. Вот и все. Это финишная картина. Ну все. На этом мы закончим.